Так, друзья, всем привет, мы вновь на Чистком. Это Михаил Брякин, наш старый знакомый. И вышел в каталон Михаил. Так, B5 пошли. Так, конь C3. Так играют, да? Так, но верно ей играют. Взяли, подняли. Взяли, подняли. DC. D бьет C. B3. Это все теория, что ли? Михаил, вы меня пугаете. Я не готов. Я не готов в дебютном плане. Да, и минута уже фора. Замечательно, просто. Так, ладно, ферзь b6. Конь c6. Да, это весь вариант, который... в котором черные зачастую остаются без пешки, но объективности ради там у них не должно быть проблем. И здесь, возможно, уже проблемы есть. Я в целом про вариант. Так, конь e4 вроде просится. e3. Так, а куда слон побежит, Михаил? Я вот не понял, малеха. Что ты тут задумал? Может, я, конечно, чего-то не понимаю. Но мне кажется, я все понимаю. Фигурка попалась. Да, надо отдавать, это понятно. Там еще и... А, он здесь сначала в промежутке берет... Не, ну здесь диагональ свистит просто. Просто свистит. Сейчас где-то мат поставлю, я думаю. Слон f3, наверное, заканчивает, да? Слон f3, ферзь h3 и I sorry маму. Да, друзья, ну вот такая вот партия получается. Один ход не туда, да, и до свидания. Так, надеюсь, вам понравилась данная партия. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.